Ну, идемте. Лакшми, откуда вам известна черная вода? Мне даровали это знание. Вы хотите сказать, рыцарь? Сэр Борс де Ганис. Сэра Борса не видели с тех пор, как он отправился на поиски Грааля. Так он жив? Он в Ост-Индии? Я не говорила, что он жив. Беглец может быть вооружен. Это вы компания. Этого я и боялась. Еще один отряд. Сотрудник компании. Все. Но я полагаю, это не последнее. Согласна. Будьте наготове. Вайчепл, вон там. Леди Грейна, здесь явно побывало несколько человек. Кто-то помог сэру Галхаду. Сообщите совету, что мы разыскали беглеца. Прикажите всем рыцарям стягиваться к Уайт-Чепелу. Да, миледи. Господь свидетель! Я положу конец этому мятежу. Все вон! Бегите! Живо! Нужно уходить. Каждую минуту в Уайт-Чепел может нагрянуть полиция. Они начнут вязать тут всех без разбора. Собирайтесь и уходите. У меня есть одно дело во дворце. Вы что, не в своем уме? Вам никак нельзя появляться во дворце. Я должен вызволить Николу. Я его должник. Алистер вас знает. Он ждет, что вы явитесь. Знаю. Значит, идем вместе. Нет. Этот бой я должен провести один.
Если доживу до завтра, я разыщу вас. Решено, рыцарь. Не слышали? Я больше не рыцарь. Нет, вы не рыцарь, месье. Но кто, предатель или патриот? Кем бы вы хотели меня видеть? Полагаю, у вас свои резоны. Две революции научили меня, что неправы бывают обе стороны. Я этого не забуду. Уж постарайтесь, месье. Посягнете на дело свободы, и клянусь, я стану вашим заклятым врагом. Адьё, месье. До новых встреч. Мы еще встретимся, друг.